Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотик. Приходит жена вечером с работы домой, достает из сумки литр водки, ставит на стол. Муж: ух ты, давай уже ужинать скорей. Жена: нет, мало ли к нам кто придет. Либо мы к кому пойдем, муж так расстроился. Вечером ложатся они в постель, жена к мужу и так, и сяк, и по-всякому. Намяло там все ему, разбух он так прям встал, ух, стоит жена: ну, дорогой, ну давай уже, давай. Муж: нет, пусть стоит, мало ли я к кому пойду, либо ко мне кто придет.